Матюш, папа на работе. Я папа. Ну, ты хочешь звать папу? Да. Ты соскучился? Угу. Ну, папа вечером только сможет приехать. Не я, папа. Ты будешь стоять звать папу, пока не приедет? Да. Это же очень долго. Когда? Все равно будешь? Угу. Давай попьем сок, пойдем отдохнем часик. Не я, папа. Нет, ты будешь стоять, дожидаться папу и звать его? Ты так сильно любишь папу? Да? А сделаешь папе воздушный поцелуй? Не я, папа! Нет, ты только будешь стоять и звать его? Да. Так сильно хочешь, чтобы он скорее домой приехал? Ага. Понятно. Что ж делать? Папу. Папу. Стоять и жевать папу? Да. Ну ладно. Все, уже надумал сок пить? Да. Ну пойдем попьем сок. А не я тут. А, тебе сюда принести? Да. Хорошо, сейчас принесу.